Всем привет, с вами Penny Preds, и это новый выпуск по Open Case. Сегодня я буду кейсики открывать на кейс батле, косе батле, и посмотрим, что нам удастся сегодня накосеть. Вот, и прежде чем я начну открывать, хочу напомнить, что сейчас у меня на канале проходит розыгрыш, который состоится в воскресенье. Будут разыграны 3 скина, а будут ли они разыграны, будет зависеть все непосредственно только от вас, потому что скины будут разыгрываться от количества участников, и минимальное количество участников для розыгрыша должно быть 15, ребятки, поэтому переходим по ссылочке, которая будет под этим видосом. Смотрим, пишем комментарии и участвуем в розыгрыше. Вот. И также хочу сказать, что если на завтрашнем стриме, субботнишнем, вы проявите активность и стрим наберет 20 лайкосов, то в воскресенье я также разыграю еще целый сатен одному из счастливчиков на кивас. Если завтра стримчик наберет 20 лайкосов, поэтому залетайте завтра на стрим, не стесняйтесь, общайтесь в чате, ставьте лайки и катаем, и присоединяйтесь к каточке в ММ, в Counter-Strike. А я, короче, начинаю открывать. Ну, начнем с фришки. Посмотрим, как отсюда выпадет какой-нибудь скинчик рублей за 10. Потому что вот за 2600-то хер выпадет. Тигр, да? О, за 28. Я не ожидал, что выпадет за 28. Я-то на 10 рассчитывал. Так, где? Сильвер Элита. О, АВП 7. А это не Сильвер Элита. Ну, похож на Сильвер Элиту. Подожди, а Сильвер Элиту еще не упразднили? Он вообще еще существует. Так, а может уже все сказали? Хватит, да? Ёптать, если Сильвер Элиты нету, я же огорчусь. А вот он есть, отлично. Его никуда не дели. Открываем на все бабло Сильвер Элиту. Сильвер Элиту, смотрим, что удается поднять. Алоха, это дешумань, да? Так, ну это мы будем сразу продавать. То, что у нас там хотя бы меньше 10 рублей будет стоить, буду продавать сразу. Потому что не вижу смысла. Потому что все, что будет больше 10 рублей, я буду апгрейдить. А может быть даже и контракт. 25 рублей. Хорошо. Затерянная земля. Почему такие вот красивые скинчики, да? То есть и они такие дешевые. Что это за пиндос? Вот пыльник вообще. Ну, пыльник он и некрасивый, и недорогой. И, в общем, все нормально с ним. Да, нитро, револьвер. С каких пор это я начал картавить, да? Не выговаривать букву R, револьвер. Да что ты, сука? Что такое? О, пиздец, Сильвер Элита, ты чё, ёптать? Обиделся на меня? Хроматика, да на нахуй. Фу, неужели, ёп твою. Хроматика, райский страж. О, так, ну ладно, оставим тебя. Мрак. Точно мрак. Уже 142 рубля остается. Еще на 10 открытий. Пыльник за рубль 85. Ептать. Ну, вообще прям не это. Сильвер Элита не хочет выдавать капилляры. 10 рублей. Мне тут как-то в это... На фейсите парнишка предлагал обмен. Говорит, давай мы, говорит, это... Я капилляры, говорит, обменяю. Если у тебя экзоскелет есть. Но он говорит, правда, 35 рублей стоит. А нихуя себе. Что у него за капилляры за 35? Королевская чита. Чита. Ну, смотри-ка, несколько открытий окупило, да, нас. Магний. Да, блядь, что же вы такие-то прям... А что вообще сочное? Вот. Ну, например, золотую спираль дай. Пороховой дым. Не, нахуй себе оставь пороховой дым. Спираль дай золотую. Или дань уважения можешь дать. Можешь дать дань уважения или не можешь? Да. Ну, вот самое дорогое здесь, это получается дань уважения. Ну, в плане окупа, вот если сравнивать Easy Drop и Case Battle, ну вот там самый дешевый кейс за 6 рублей, и с него, я вытащил ножик за 4800. То есть, это, как бы, я не знаю, там дороже были ножи или нет, вот. А здесь получается, ну вот, самый дорогой, это дань уважения, 575 рублей. Кейс стоит в 2 раза дороже. Понимаешь? В 2 раза дороже стоит кейс, а скин, блядь, стоит в 8 раз дешевле самый дорогой. Вот такая вот математика. Херовая, блядь. Так, вот сейчас, я думаю, надо вообще все оставить скины. Сейчас вот, я думаю, все, что выпадает, надо вообще все оставить. Чтобы было, что нам... Потная труба. Ну, как бы он не очень так и выдает, поэтому...
королевская чета. Так, ну два Орпина еще есть. Это вот он как бы последнее открытие там что-то поднавыдавал, но не очень-то и густо, не очень-то и густо поднавыдавал, потому что, ну, это явно видно, что это не окуп. Капитанская сетка за 4 рубля. Так, и тебя мы оставим. Так, давай мы посмотрим, что контракт. Вот. Ну, скинов-то, в принципе, прилично есть, да, то есть можно с чем. Давай мы вот... Рубодвойка, я хуй тебя знает. Давай вот этих вот три запендюрим в контракт на 26 рублей, посмотрим, что, как мы тут... Ну, минимум от 10 рублей что-то выпадет. Для апгрейда годное будет, да, за 19-15. Ну, по треку, смотри, песчаная буря такой. Красивый-то такой скин. Вот красивые такие скинчики, знаешь, которые я... Знаешь, которые... Я даже не знаю. Которые я даже не знаю. Ну, погнали. Я своим привычкам не изменяю. По 10%. По 10%. Луна в знаке весов. О, у меня есть АВП Луна в знаке льва. Подожди, а здесь что, 12, получается, скинов есть? То есть, Луна в знаке... Луна в знаке. А вообще, если сейчас вот это... Я попробую ввести название Луна в знаке, но мне не светит это Луна в знаке, да? То есть, а вот на следующий заход вполне даже очень светит. Ну-ка, название, блядь, редкость. А как? Поиск, ну... Кто знает, 13.90. Давай еще попытку сделаем, Луна в знаке. Луна в знаке, ну это ж прикольно. Нет, это тоже мимо получается. И он так, ну он останавливается здесь, да? Вот, ну вот эту тоже можно попробовать. Ну я хочу Луна в знаке весов. Ёпт, у меня есть Луна в знаке льва. Ну это мимо будет. Ну точно мимо нахуй не долетает. Ну все, уже пора тормозить, ёпт. Не, давай нахуй, я посмотрю, я попытаюсь тебя забрать, ёпт. Ну должен же, вот этот должен, нет, не должен, она здесь остановится. Сука, 170. Ну все, тут уже хватит на 120 рублей грешить, нахуй. 170 ставим. 170 ставим. Ну-ка, давай посмотрим. Луна. Луна, блядь. Не под тем буквами пишем. Луна. Луна есть что-нибудь? Луна есть? О, луна в знаке весов, луна в знаке ве... А, ну и все. Да, луна в знаке... А, тут... Подожди. А что, луна в знаке весов, там несколько скинов, да, получается? Тогда идите нахер. Эй, алло. Так, блядь. Чё произошло-то, ёптать? Эй, ну нахуй, давай заново. Вот так вот зайдем. Там мне, блядь, хрень какую-то предлагает. Так, за 17 рублей. Ну давай от 170 тогда. От 170, конечно, 10%. Там уже сувенирка. Нет, вот давай рельсотрон. Рельсотрон, он звучит грозно, выглядит классно. И не хочется ходить, потому что он... Рельсотрон, потому что он... Га... Нехороший скин. Да, нехороший. Га-га-га, Леди Гага. Так, чё? Ну, давай тебя, ёптать. Ну, наверное, тут нихуя сегодня не залетит, да? То есть, даже вот этот не залетит. Не залетит. Ну, и тебя еще тогда. Так, а эти уже на 200 рублей можно пробовать. Так, это мимо получается. Тут уже видно, что мимо, поэтому... То количество раз, которое я открыл, уже поз... О, колония. Колония охуенный скин. Позволяет мне понять, что это все мимо летит. Как и вот это вот. Как и вот это вот летит мимо. А, ну чё тогда, блядь, 250 ставим. 250. Ну, апгрейды. Так, апгрейды, ностальгия, опустошитель. Вот красивый, да? 10%. Давай. Чё, даешь? Нет? Ах ты ж серая собака. Ах ты ж серая собака. Ну и еще ластовый. Ну, вот такая вот не фартида. Ну, потому что я тут с него забрал. Сколько я тут с него, блядь, бабла вывел. Опять он, ну, сейчас пока меня не откатит в ноль там надо, или в минус какой-нибудь, он ничего не выдаст. Все, вот и все. Вот такой вот получился ролик ни о чем. Ролик ни о чем, короче, ребятки. Вот такой вот ролик. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Еще раз напоминаю, что на канале проходят розыгрыши. Все условия читайте в описании под видосом. Всем пока и до новых встреч.